Что-то тут нет. О, ты тут, я вижу теперь тебя. В общем, это я там посмотрел, у меня трейд четвертый, если что. Короче, чате. Нет, у меня субботы, к сожалению, я не вижу. Мне приходится так проверять, как без меня сворачивает. У меня такая хрень там, да, короче, активируется уже другой сервер. Все, ну, а зал сейчас скачивается, настраивается дома. Robo Voice? Ух ты! Настройки вроде те же. Ну, странно. Так. Скажите, настроить, я сделаю. Там чат вообще нифига не работает, ну ладно. Будет сворачивать каждый. В общем, будет сворачивать каждые там 5 минут и проверять чат. Что, на базу надо лететь, да? То есть фактически этот стрим будет посвящен этому. Сейчас я перепроверяю. Так больше все противники, которые у меня здесь. За счет них и будет тащить. Ну, не уже смысла это подтягивать. Это ничего делать. Только ты вот это оденешь. Как ты? Что это?
сенсоры. Но это сенсорные есть, я их там штук 30 взял. Да нет, чат просто, вот, у меня была программа, которая был экран, допустим, и просто здесь стояла, чат, и мне видно было, что люди пишут в чат. Мне приходится мол вырезать чат. И... Ну, блин. Александр, ладно. Я думаю, в принципе, вроде как готов. Конечно, сенсорок я мало взял. Ну, то есть, я мало делал. Побольше сенсоров. Что-то фигово. Не готовы все. Короче, фигово. Да мало тебе вообще не нужно, на самом деле. Ты ж нужны, но, блин. Если будет кемпить. Не пригодятся. А, поехали. Да, ну два человека всего лишь здесь. Без предметов. Два человека без предметов. И датчик движения здесь. Честно говоря, я хочу аборт, потому что, ну, блин. Ну так дело не пойдет. Два человека здесь. С датчиком движения, а эти. Не знаю, я хочу получше спаун. Да, я улетаю. Один человек позади остался. Да блин, я поторопился. Танк позади остался. Ой, блин. Что за лол? Короче. Есть у меня второй танк. Окей, у нас 500 рублей. Чёрт возьми. Ладно, танк прилетит, у меня новый, в принципе, скоро. Все, все не скоро. Да это вообще, блин. Я поторопился, черт возьми. Это как вообще? Я ж никого не двигал, а он... Ай, блин. Ладно, подожди три дня, чё. О! Вот это самое то. А, вот этот починить. Во, самое то. Сейчас два танка нормально будет. Через два дня. А, что, кстати? Аваланч, ланчер. Аваланчи всякие не подъявились. Да, меня на аваланч все. А.
А это уметь надо корабли снабжения фармить. Я пока не особо умею. Кстати, я сливы не поставил новые. Короче, я думаю, я снова пока. Ага, там быстрее починяется. Так, мне по деньги заканчиваются. А, плюс можно поехать. Хотя. Еще один день потерплю, у меня будет нормальный танк, а не ракетный. Меня ради день потерплю. Ах, блин, патроны. Еще надо купить для танка. Хорошо, ладно, блин. Долгое время займет. Так что поехали с обычным танком. Крайне на второй, считай. Этой базе. О, вот это вообще спаун офигенный. Медленно ходит на кого. Так, и чё датчик уже не идти? Стопить, что ли? Так, и чё? Что так, пока не хочу торопиться с центр покидать. Вот даже не знаю, сколько их там были на базе, примерно. Гердиск или Рипер или чё? Походу Рипер. Блин, надо кидать сенсорки.
Ótimo. Ah, vai se sentir muito. Ah, esse já sou. Isso foi dito. Sempre que eu fiz isso. Che carta ho messo? Cos'è con ciccoccio? Sick to edge, niente? Grazie. Niente voucher, non vedi mai quello che c'è qui. Ah, zero. Zero finic. У меня это чат. Ну, у меня не показывается на экране, так что не приходится самому проверять. Ну, чат каждые 5 минут. Пушки ванилы перестают. Ну, каждому своя. Я на собственный предпочтительный или изначальный. Блин, есть проблема с этим, конечно. Я немного жадный в отношении лута. Нахуй с ним. Нормально вообще кинул. Рейперу пофиг. Вот и значит, что рейперу пофиг. Так, ну, блин, его над танком. Дабл килл. Что именно грохнул в втором, я не знаю. Это, наверное, сплэшем лежащего грохнул. Он сначала там оглушился. Рейпер так. Безопасно. Ты чё? Я тебя вообще не хочу пройти. Я хотел тебя сюда поставить. Обратно на эти. Так, ну вы там уже с собой сейчас общаетесь. Я не буду отвлекаться пока.
задачи конечно выполнить. Это не главное, счастье нет. Надо. Если я вот сюда встану, то она взорвется. Поэтому я обратить внимание на это. Ладно. Так, движение. Тут, тут. Сенсор крепился, она как-то криво стоит. Смотреть, как она двигается. Это все замерено на левой стороне. Еще сам вход. Так, это там походу так каменная фигня сейчас внизу находится. Блин, мне надо как-то ракеты, конечно, крутить. Так, Риппер. Тут что-то еще есть. Не стать своим сильным. Ну сейчас. Ну все, видимо. Сорвал я сейчас эту немножко бомбу. Ты же можешь кидать? Это не так плохо. Так, что за штука здесь? Живой. Нормально. Есть такие ситуации, не получилось.
Значит, 4 человека осталось. Что ж, можно аборт, но, блин, что-то неохота. Ай. Снова что-то. На трупе еще были активированы сенсорки. Блин. По-хорошему надо оборудовать уже. Пускай что ли пойдет? Ну да, пускай. Так,
poi per dirci che va. Io mostravo che sono circa 100 km.
Sì, ha un po' colorito. Non spesso anche tutte cose che non avvoca. Ma il ruolo ci stai di arriva. Stai in mezzo al vicino. Così ci ne sdocca per castello. Direi che è più ben possibile. Так, ну, блин, я не думал, что с таким оружием стоят на Overwatch. Ну, реально не думал.
c'è perché. Не все не успевает, блин. Надо ставить все книги. Хорошо, надо бы. Там гранат вроде как есть. Это сюда одну, что ли.
Devam edelim. Zaten şey kısmı zaten. Hadi tamam. Ama şu dışı görsen tek bir mezak kayan çivi. Ну, красивый кинул, конечно. Ничего не скажешь. Какие-то площадь горы. Ничего хорошего. Чуть-чуть не заходит там. О, как он, блин. Пошел. Почти незаметно. На плане там не пошел. Никакого. Есть такой ракетчик, конечно.
Entendo. Oye, cambié granate. Digo, ¿qué sería si lo estuve? Ну, как минимум двое уже. Солдат и инженер. Шумело нафиг. А теперь может быть один.
perché non vuoi. Troia. Там граната там сейчас взорвется на меня. Ты ё-моё! Точки движения. То есть как тащить танком. Больше уже не проснется, походу. Так, а там один. А, проснулся. Вовремя. Так, что у тебя? Пацан, реакция. Ну, как и средний. Так, ты бежал здесь, по-моему. Это. Я кто-то не смотрел. Не, ну походу один остался, но я не знаю. Я продолжаю кампить. Три двери открыли. Так, это был танк. Сюда, это был танк. Да, не, минимум пора. Сейчас.
Stało się moje pyta. Jestem zręczny, nie będę myślał. Nie, no ja tam nie mogę k niemu pójść, bo już tam sensor to stoi. Także to jest taka, nie mogę pójść. Szafety wybrać ten problem. Właśnie położyć, tak? Tak, ale jest interesne. Вроде похоже, что один остался. Ну блин, так может обманчиво быть вообще.
Очень сильно обманчиво, может быть. Две двери. Мне кажется, это два врага. Ну ладно, если я начну выходить, то какие конструкции должны быть? База это огромная, капец. Хоть слева, хоть справа на меня могут пойти. Я помню, в два раза больше, чем в оригинале даже. Их двое. Сейчас на поход точно один остался. Я все равно не доверяю вообще, но не доверяю. Полтер медик. Ну, по-моему, пора выходить. Да, пора выходить. Захватить скейт, что ли? Я хочу, чтобы нет. Вот он. Теперь хрен знает, где он. Ну блин, я не хочу. Не хочу здесь не видеть, где он пошел. Почему? Почему? Пойдет вперед, что дальше? Кодачку я сильно.
первой часть более-менее безопасно тут. Не знаю. Не безопасно там, когда они... Более-менее. Ай! Чёрт! Да, эти пазы, чёрт возьми. Так, опасно вообще. Где? Куда они пойдут? Он же хоть куда мог упереть? Он же мог целый круг сделать. Вот эти пазы. Уже закончились. На этот раз я брал 30 центр, в следующий раз возьму 60. Ну а чё? Свои все были. Блин, ну как поймать и изолировать, не очень-то легко здесь. Какой у нас брифинг для миссии? Ну ладно, чисто. Впереди открывается. Здесь не стоит. Ну, я думаю, что там реально один остался. Потому что если бы их было двое, то я думаю, уже, наверное, наткнулся на немного. Я так думаю. Вот эти загонки там были на меня. Как дверь считать. Так. Вообще дверь слышно где-то здесь, но я под звуком в экскоме вообще не доверяю. Здесь чисто, в принципе, логично же. Здесь командный столько рвезы. Я просто интересно, что будет. А вот все тут раз... если раздолбать, то миссия вроде выполнен будет. Ну, она, конечно, еще свалится из этой миссии живым.
Ну да, даже если я всех потеряю. Нет. Рейтинг нифига не подправлю. Ну, в смысле, даже если. Ну, если я как-то сейчас провалю эту миссию, то рейтинг у меня упадет, потому что там за потери самолета хорошо упадет все. Ну, а так рейтинг, да, реально. Ну, если аборт, то рейтинг, ну, поделится нормально. Я вообще не хочу разделять свой отряд нафиг. Ну, нафиг. Так, я потом выстрел готов. Так, ничего. Еще бы по кругу еще уже пойти, в принципе. Ну, хотя сомневаюсь, что здесь пройдет он. Ну, блин, я не знаю. Ну, где-то тут он должен быть. О! Нашел! Так, все равно надо не расслабляться. Так. Ага, тут я хотел по ракеты стрелять, не получится. Черт возьми. Ох, блин, а. Тут 7 враг. Нет, 41 враг. Вообще, да, обратно один. Поступить не могу. 41 враг, значит, у меня. 4 оперативника уже под сотку рейтинг упал. ГГ. Мне зло говорю, что Алент это стоит, это... А, что-то там важное для исследования. Ну, продавать его не буду, значит. И реально все к ней продал. Да. Какая операция? Это уже, блин, как, если я уже 3 месяца, считаю, проживу. Потому что ну, в следующий месяц можно провалить, а на третий. Третий будет, так считай, завершающий. Ну, короче, ладно, давай продавать все фигню. То, что мне не нужно. Вот это продаем. Вау, вот сколько бабла, конечно. Ты что, за нервами что ли? Thank you.
3 миллиона, чё? Еще минус тот танк, который мы потеряли. Ну, оставили им как подарок. Как троянского коня. Ну, в принципе. Не считай, реально 3 миллиона заработали. Стоп, я продал что ли этот стейк? Ух, не продал. О, черт. Ладно. Места не хватает. Да, деньги хорошие. Так. Империм вообще нельзя продавать ни при каких условиях. Продам-ка ракеты. Аваланш можно продать. Вот так вот. А что, я хочу даже побольше чисто продать винтовки в первую очередь. Потому что они отстой. Что еще отстой? Ну, все остальное отстой. Что выйдется? Вот так. А, мне еще гранаты нужны. Ух ты. Давай почитаем, что ли. Виктор Антонов. Ну, это, короче, дается тем, кто убил хотя бы 10 врагов. Так, это... Ну, короче, это когда убиваешь определенных... определенную расу. Все, ничего, по-моему, когда базу валишь, нет? Да, это когда базу валишь. Performance Citations. Ну, это, конечно, будет двоих за один год. Это, короче, убиваешь когда с фланга кого-то. Как это было? Bullets Cross. Ну, это, короче, когда убил командира. Это, по-моему, за мины, если не ошибаюсь. Нет? Это не фига. А, это, короче, когда убиваешь врага по спину. Order of Glory. Это 7 врагов в одной миссии убил. Ну, короче, когда если прокачался уже примерно 10 столов. Да, что-то еще. Новый героизм. Такие дрейки. А, ну, короче, если он это терял сознание, но ногу же он. Короче, не дает играть как убей. Типа четвертая миссия у меня была. Ну, что-то. Там есть что. Здесь 10-я типа миссия в этом регионе. Правый класс. А вот это как раз за мин дают. Будет драфт, типа мин всякие. Ловушки. Погнали. Деньги, я не знаю, тратить, но у нас сейчас конец месяца, по идее.
Onun dışında da sanki hiç değil. Zaten покупаем вот эти фигурки. Теперь у меня дофига денег. Living quarters — это 50 человек. Мне нужно будет инженера. Потом ученые. Нужно еще один living quarters, я думаю. Потому что я сейчас на пределе. А, нет, не на пределе, нифига. Давайте еще 400 батов, что ли, пока. Нет, конечно, платить не охота, конечно, все вместе, да? Блин. Мало что может зайти. Так, радар я улучшаю. Улучшаю, хорошо. Лаборатория. Лабораторию надо построить. Но проблема в том, что я как раз только и построю. Не знаю, не знаю. Неохота деньги тратить, на самом деле. Ой, ученые тоже дорогие. Что подъехать база тебя как-то бустит. Но по технологиям у меня 32 ученых сейчас. А технология, ну, пока так себе. Ну, в общем, деньги сохраню на следующий месяц, чтобы закупить персонал. Или танки, если еще подохнут. Ну, ладно, продолжим пока. Какой у нас счет? Ну, что? Ну, 100 тысяч счет ушел, так что... Ну, завалить... Ну, провалить это сейчас... Ну, нереально. Я так не знаю. Супор, дрон, супор... Average, дрон... Ну все, танк, танк тут там построился, наверное, танк. Думаю, что там не нужно. Это может сканер построиться. Ну ладно. О, гранаты. Типа, если ходить на корабль, они место будет меньше занимать, нет? Нет, не будет. Что там, Германия? Нет, это не Германия, это... UK. Здесь было где-то. Сейчас только ждать, что. Вот, хорошо. Теперь место освободилось. Ну, заполнено его что. Если Айсланд атак. Ну блин, террор-миссию я не собираюсь делать. Это раз, во-вторых, у меня всего лишь 4 человека. Нет, я ждать не могу террор-миссии, это там такая жопа. Они там быстро исчезают и незаметно. Так что я просто приезжаю и опорчу.
Да идите нафиг, они там такую за... А, оттуда выходить просто и мочить на них. Пятьсот. Вот, конечно, еще радарную базу построить, но ну, вроде активности особо-то нет нигде, чтобы базу строить. Германия, Великобритания, Бразилия, то есть Америка, Южная. Ну, и нет смысла строить еще одну базу. О! Можно еще закупиться. А че бы нет? Не будем бомбардировать. Которые были. Сегодня это крейсер. Ладно, репер, дрон, скаут, дрон, скаут, сканер, дрон, сканер, репер, дрон, сканер, это нам сейчас. Ага, какие-то гранаты. Что, какие дорогие, сколько дорогие они? Да блин, это все равно дорого, чёрт. Блин, значит, это... Сколько... Считай... Это три агента, считай. А чё они просто... Вот чем он отличается от агента? Ну, дымовуха есть, чё. У меня тот же агент может и дымовуху с собой носить. Так, спецбазы, да не, на самом деле не обнулили, а просто наполовину снизили. Потому что там у меня за босс было 1000 бонус. А штраф за террор как 500. Так, ну, в чем прикол этого дрона-скаута? Ну, здоровье дофига, мне это нравится. Броня вообще хреновая. Ну, дрон-сканер мне еще более-менее нравится, но... Блин. Вот скаут нет. Не хочу деньги тратить на это. Скаутом должно быть мясо. А он слишком дорогой, а вот сканер еще можно. Так. Дальше дрон. 300? Еще motion scanner на это надо потратить. Не, идите его нафиг.
Я не собираюсь тратить деньги. Кстати, вот слой пользовался этими дронами, нет, мне интересно. Потому что для меня это какая-то сомнительная инвестиция. Ну, очень сомнительная. Я думаю, на мой глаз не будут нападать у нас. Будет очень плохо, если мы так сделали. Что-то сюжетное, я уверен. Не меняется там. Что-то появляется интересно, что ли? Так, если... Хорошо. Так. Что у нас по доходам будет? Но мне считает, почти 2 миллиона придет. Там продать, я не знаю. Нет, это глупая идея. Ну, как бы экслот. Только я слышал, что тут даже никто не побить за червя. Потому что там чипы там мохов напали. Ох, ну, блин. Ну, как бы, этот месяц я выжил, и я предлагаю пока закончить на это, на этот раз. Не, наверное, закончу на этот раз, что, ну, потому что, я думаю, месяц надо начинать, как бы, со свежей головой и все такое. Это 4 миллиона я сейчас могу быстро просрать. И... Я лучше посплю. Ну да, база взята. И месяц закончен. Так что, ну, увидимся в следующий раз. Получается, через неделю, скорее всего, хотя... Вроде как выходные, не забывают там, ну, вроде вторник как нерабочий день, если не ошибаюсь. Ну, ладно, короче, еще перепишемся в чате.